при публикации в архиве обычно выкладывает публикацию только один из авторов. Ну, вообще может выложить кто угодно, например, сказать, что он не автор, а других авторов выкладывает. Но остальным авторам статьи нужно тоже отметиться как-то, что они авторы. Поэтому автору, который выложил статью, приходит письмо после того, как статья опубликована в архиве, в которой есть код для того, чтобы пометить свое авторство. Он рассылает это письмо другим соавторам. Они переходят на сайт архив.орг, логинятся. Так, вот. И у них вот примерно такая вот форма. А внизу дополнительная информация. И вот тут вот такой пункт. Определить, заявить свое право на эту статью. Claim ownership. Вот мы щелкаем на нее. Ну, это у меня заполняет парольный менеджер. Это убрал. Значит, тут вы идентификатор статьи. Вот это старого типа идентификаторы, где явно указывался раздел. А сейчас идентификаторы без раздела идут. Вот просто такой номер. Две первые цифры – это год. Но сейчас будет 20, да, вот, например. Две вторые цифры – это месяц. А дальше это статья в рамках месяца. Раньше, смотрите, было точно так же, но только считалось, что в раздел в месяц попадет не больше 1000 статей, а сейчас уже 10 тысяч статей. Ну, вот так вот. Значит, вы тут номер пишете, он опять же в этом письме есть. Дальше пароль. Там пароль вот из таких вот, такой вид имеет, там буковки, циферки, 5 штучек. Дальше выбираете, что вы автор. Дальше помечаете, что вы тот, кто есть, и делаете submit. И после этого статья оказывается в вашем списке. Вот, все очень просто. Делать это нужно обязательно, пожалуйста.